На этой неделе Госкомиссия приступит к приемке первого из трех детских садов, строящихся по программе губернатора Московской области в Щелковском районе. Событие волнительное не только для строителей. Это будет второй корпус Центра развития ребенка детского сада номер 31 с собственным бассейном. Построенное на пустыре по улице Юбилейной в поселении Медвежьеозерское дошкольное учреждение не повторяет другие проекты. Сад рассчитан на 240 детей. Будет в нем и группа для занятий с родителями. Места расписаны под конкретные семьи, свободных коек нет. Последнее перед приемкой рабочее совещание с подрядчиками руководитель районной администрации Алексей Валов провел на открытой веранде. Требования к садам-новостройкам самые строгие. Представители пожарного и строительного надзора замечания высказали. Все расписано по пунктам в дефектной ведомости и разослано исполнителям. Им же предстоит выполнить испытания инженерных систем тепла, воды, электроснабжения, вентиляции, дымоудаления и пожаротушения. Получился красивый детский садик. Проект шел тяжело, трудно. Он такой нетиповой проект. Изначально много менялось должностных лиц на этом садике. Подрядчиков, субподрядчиков. Соответственно, нелегко он нам дался. Тем не менее, вот завершили и будем сдавать. В двух других детских садах, в Новом Городке, в том же Медвежьеозерском, и в Первом Советском переулке в Щелкове завершается отделка и благоустройство территории вокруг дошкольных учреждений. Их открытие состоится в этом году, не позднее 1 сентября. В оба сада нужны нянечки и воспитатели с профильным образованием. Пуск трех муниципальных садов решит проблемы 550 семей, вынужденных по разным причинам сидеть с детьми дома. Берега пруда в микрорайоне Чкаловский в районе улицы Ленина благоустроят до конца лета. В эту среду Алексей Валов проверил, как застройщик общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Ленд» выполняет свои социальные обязательства в отношении благоустройства территории вокруг объекта жилищного строительства. Администрация района обременила компанию выполнить благоустройство пруда по всему периметру. Площадь извилистых пешеходных дорожек, огибающих водоем, составит 2500 погонных метров. На всем их протяжении установят двухрожковые садовые светильники, миниатюрные лавочки. Вокруг посеют газоны. Работы должны быть выполнены до конца августа. Чистка пруда запланирована на 2017 год. Помимо жилья, застройщик обещал разместить в Чкаловском школу. Проект прошел строительную экспертизу. Мы находимся на прудах Щелково 7. Здесь сейчас активно ведутся работы по очистке дна пруда. Место, давно излюбленное жителями Щелково 7. Совсем немного осталось подождать для того, чтобы в это озеро уже можно было окунуться. Мероприятия ведутся на средства районного бюджета. Рабочие уже приступили к уборке мусора со дна и берегов водоема, единственного места отдыха и развлечений у воды в округе. Вместе с прудом должен преобразиться пляж и площадка для отдыха. Масштабы работ впечатляют. Кроме двух прудов, власти почистят два городских ручья Панери и Иванок. Приняли решение перед годом экологии провести масштабную работу. Уже провели эту работу в прошлом году по Панерям, вы знаете, вычистили весь ручей. И в этом году его подчистим дополнительно. А на данный момент вот эти пруды на Щелковой 7 очищаем. И плюс ручей Воронок будет прочищен от начала до Мултона. В этом году то же самое. То есть все водоемы, которые находятся на территории городского поселения Щелково и Щелковского района, под нашим неусыпным наблюдением и контролем. Очищать водоемы администрация района намерена и в следующем году. Речушки и озера в Щелковском районе должны стать средой, пригодной не только для нашего отдыха, но и местом обитания рыб, естественных индикаторов чистоты экологии. В это нам всем хочется верить. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».